Народ, всем большущий привет! Настала весна, и чтобы по ночам спать, а не хлопать в ладоши, нужно провести ремонт москитных сеток, если он, конечно, необходим. Можно сделать легкий временный ремонт скотчем или лейкопластырем, но это на 2-3 недели. И скотч под действием ультрафиолета превратится в труху. Самый действенный способ – это замена полотна. Сделать это очень просто, за несколько минут. Сейчас я на примере вот этой вот сетки вам все покажу. Первым делом я снимаю старое полотно. Оно держится за счет шнура, вставленного в паз в профиле рамы. Пробуем вытащить так, если не получается, то поддеваем отверткой. Для работы мне понадобится пара ручек, поставлю новые, так как из старых осталась только одна, цена 10 рублей за штуку. Нужна и сама сетка, я ее купил в магазине для дачников за 130 рублей, этого рулона хватит, чтобы обтянуть две такие рамки. Раскладываю сетку с припуском на краях. Теперь сетку закрепляю шнуром, засовываю его в паз. Это можно делать плоской отверткой или какой-нибудь пластиковой штуковиной. Установить ручку очень просто. Вставляем ее в паз поверх сетки и фиксируем также шнуром. Следующим шагом остается лишь обрезать излишки сетки. Друзья, вот и все, несколько минут вашего времени и сетка как новая, а ваш сон будет крепким, как у младенца. Поделитесь своим мнением в комментариях, как вы ремонтируете москитные сетки. Если вам понравилось, поддержите лайком, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока!